Kiitos. Rakkaus. Äiti. Koira. Hei, hei. I don't know. Hiljaisuus. Kaunokainen. Äiti. Kotimaa. Merivoima. Наверное, сауна. Может быть, просто ближе. Maybe rakkaus. Lumi. Joutsen. Jaa. Olisiko se aurinko? Ehkä ilma. Joo. Здравствуйте, дорогие друзья. В настоящее время в Финляндии проживает более 200 тысяч иммигрантов. Это порядка 4% населения. Практически все новоприбывшие не владеют финским языком. В нашей студии мы сегодня приветствуем двух преподавателей финского языка. Это Гжегош Кожерадский, преподаватель Эйран Айкуислукио, и Йорма Каунисто, преподаватель Хельсингин Айкуислукио. Здравствуйте. Здравствуйте. На уличном опросе мы задавали нашим прохожим вопрос, какое, по их мнению, самое красивое слово в финском языке? Вот как вы думаете, какое самое красивое слово в финском языке? Ну, по-моему, мне очень нравится слово «путери луми». Ага. Вы можете... То есть первый слой снега на земле. Такой тоненький слой. Как по-вашему? А мне нравится вот это название финского парохода «Аллотар». Ага. Насколько, по-вашему, влияет смысловое и звуковое значение, когда люди выбирают эти слова? Я думаю, что люди выбирают красивые и некрасивые слова по смыслу. Больше, чем по звуку. Вот в Советском Союзе бывшем была песня, которая начиналась словами «С чего начинается Родина?» С картинки в твоем букваре. Ваши ученики в большей степени – это приезжие. Они приехали в Финляндию. С чего для них начинается Финляндия? Что касается моих курсов, тогда это начинается с улыбки. Как? Если говорить о степени и подготовке, то есть вот когда они приходят на курсы, что они ожидают, что для них сложно, что самое первое, с чем они встречаются? Они ожидают, чтобы быстро выучить финский язык. Они очень нервозные, они очень растрясенные, очень страдают, потому что не понимают. Я думаю, что это первая картина не очень положенная. Не очень положенная. Бывают такие учащиеся, которые немножко уже говорят по-фински, но они тоже страдают по лучшим знаниям финского языка. А как часто приходилось сталкиваться с тем, что ученики вообще безграмотные, они не умеют ни читать, ни писать? Мне очень редко, практически таких случаев нет. Я знаю, что в моей школе там организуют курсы для совершенно неграмотных людей, но я там не работаю с ними. Так что... То есть фактически мы говорим о том, что приходящие к вам ученики, они, методика их обучения рассчитана на определенный срок от определенного уровня знаний. За сколько, как по-вашему, они внутри себя предполагают выучить язык? Ну, конечно, в той ситуации, когда человек находится в чужой стране, в чужой культуре, тогда поскорее все-таки хочет приспособиться. И чтобы достичь этот цель, тогда важно, конечно, владение языком, языка. Это на первом плане, язык. А как долго вы ведете группу, вот если говорить о том, что начали с нуля и до... Как бы на что рассчитана программа? 2 года. Это 2 года. Угу. За что из программы за эти 2 года ваши ученики успевают сделать? Мы говорим 100% программа. Вот что из 100%? Сказал бы средним, это 70%.
из всего материала. Это хороший результат? По-моему, да. Mm-hmm. Потому что в программе много, очень много материала. Mm-hmm. Они, программа очень перегружена. И для учащихся, которые давно не были в школе, это очень тяжело. Если они половину этой программы сумеют переработать и как-то выучить, это очень-очень хорошо. Угу. Насколько отличается методика преподавания между вашими школами? Или есть ли здесь какие-то отличия? Или вы сами формируете эти отличия? Ну, то и другое. Это, конечно, много зависит от учителя. Как будет дать вот этот материал студентам. Творческая профессия учителя. Очень творческая профессия, потому что программы образования разные в разных школах. Мы получаем только такие государственные основания программы. Общий план обучения. Да. А потом мы свои программы делаем на уровне школы, и потом еще каждый учитель применяет его. Да, и каждая группа разная. Многое зависит от группы. Какие там люди, какие они, как способны они. Насколько часто приходилось понижать или повышать как бы внутреннюю планку при ведении группы? Трудно сказать, как часто, но это происходит регулярно. Мне кажется, каждый день. То есть фактически вы должны как бы как эмпаты смотреть, в каком состоянии сегодня пришла группа, очень чувствовать это и реагировать сообразно. Вот именно, совершенно верно, да. Это очень сложно. Но профессия учителя как с большой буквы «У» — это, в принципе, очень большое, высокое звание. Есть ли какие-то два слова, которые вы смогли бы, два образа, наверное, которыми вы могли охарактеризовать профессию учителя? Что самое главное? Терпеливость, справедливость. Какой-то все-таки человеческий подход. По-моему, уважение другого человека. Да. Да. По-моему, в России есть такое понятие, как учительская душа. Я не могу сказать, что оно в данный момент сохраняется в своей первозданной чистоте, наверное. Вот. Но это есть. Учительство в высоком смысле слова, это, по-моему, это очень индивидуально. Если человек рожден учителем, он им и будет. Можно, наверное, научить методике, но это вам, вы можете охарактеризовать, это, насколько образование учителя, оно дает такую помощь ученикам. Оно помогает, конечно, но всего не дает. Отдает элементарные инструменты все-таки. Насколько за последние 10 лет изменилась методика преподавания финского языка? Какие требования поменялись? Мы говорим о системе вечернего образования для иммигрантов. Появилось больше учебного материала, конечно. Новая технология очень много поможет сегодня. Интернет. А сами ученики? А ученики такие же приятные люди. Они всегда приятные, да. Да. А бывает такое, что вы понимаете, что ученика невозможно научить? Нет, так и просто нет. Такое клиническое невосприимчивость к языку. Какие-то шаги период, все-таки. Клинических случаев, по-моему, не было никогда. Но бывают может быть, такие... они тогда не в школе, а когда другом учреждении. Да, именно. Но бывают такие случаи, когда учащиеся не могут как-то приобрести нового языка, как языка чувств. Тогда ничто не попадает им в голову. И они даже сами удивляются, что с ними.
Вот были у меня такие случаи, что приехали, вот русскоязычные даже, приехали как супруги ингермаланцев, например. Они сами ингермаланцами не были, но приехали с мужем, с супругой, и стали учить финскому языку, и никак не смогли. Вот их супруг... Конечно, они чувствовали себя ингермаланцами, финнами. Они воспринимали финский язык хорошо. Они помнили что-то немножко из детства. Но вот этот чисто русскоязычный, никак. Этот язык не существовал в их душе. Но каждому, думаю, что каждому взрослому, который хочет научиться какой-то чужой язык, там есть какой-то барьер. Это психологический, такой эмоциональный процесс. И, может быть, человек просто психологически не готов к изучению чужого языка. Тогда вот этому человеку надо отдать время. Фактически, как бы, неспособности такой нет. Просто было высказание о том, что есть время жизни, в которое человек в состоянии научиться языку. Есть ли какие-то возраст, который, вот, по вашему опыту, наиболее предрасположен и предрасполагает к учебе? Ну, дети, конечно, по характеру, они открытые. А мы же росли уже с нашими жизненными опытами, мне же такие, так что я думаю, что это индивидуальный вопрос, кто как. Насколько, по-вашему, образование как таковое помогает человеку в становлении быть успешным в жизни? Потому что общество, оно диктует определенные стереотипы образования и проводит определенные параллели между тем, насколько человек образован и насколько он успешен. Конечно, образование, к образованию касаются даже границы, ограниченность. Это все зависит от учащегося, как он это образование воспринимает и как принимает в жизни, как ободряет. Это все от личности зависит. Все. Даже как воспринимает образование. Да, личные качества все-таки человека, это, я думаю, что это почва, на которой потом можно что-то построить. Тогда образование. Если мы говорим о том, что в будущем человек получил университетское образование, и он пытается реализоваться в профессиональной жизни, вот роль личных качеств в дальнейшей реализации и роль образования, как по-вашему? Есть, что в этом балансе? Думаю, что все-таки образование это важнее сегодня. Подходящие положительные личные качества, конечно, помогут создать определенную какую-то карьеру. Внутренняя энергия. Да, внутренняя энергия именно. А я думаю, что наоборот. Я думаю, что наоборот. Я сам приехал в Финляндию образованным, с языком. Все-таки мои личные качества мне помогли больше, чем образование. Конечно, без образования, совсем без образования, ты ноль. Естественно. Но если есть образование и нет личных качеств, нет способности контактов с людьми, тогда и образование не поможет ничего. Все-таки в сегодняшнем же мире все-таки подчеркивается вот профессионализм. Уже много об этом говорят, но... Ну, вот фактически часть образования – это способность индивидуума общаться с потоком информации. Поток информации все время нарастает, и ее огромное количество, она приходит со всех сторон. Человеческий мозг способен вместить определенное количество знаний. Как, по-вашему, общество становится более узкопрофессиональным или... знания становятся более поверхностными. Мы же оба работаем в гимназии, то есть в лицее. И там только, конечно,
там просто знание все-таки получается поверхностнее. Это факт. Общий такой какой-то план. Но углубляться с какой-то темой можно только в вузе. Думаю, что это так. Так что... Я думаю, что, к сожалению, у нас начинается общество узкой специализации. К сожалению, потому что, я считаю, что такое широкое, не очень глубокое, но широкое знание нашего мира лучше. А насколько сейчас, по вашему образованию, по-другому перефразирую вопрос, среди приоритетов общества какое место сейчас занимает образование? И говорим обществе. О финском обществе. Да. Играет очень важный роль. Потому что если бы говорили о... Без профессии здесь никуда. Если исторический контекст брать, то в Финляндии невозможно было мужчине жениться, если он не имел образования. Точно. А женщина, как в этом случае обстояли дела? Но Финляндия всегда была равноправным обществом относительно, так что думаю, что это тоже казалось и женщин. Что? Надо было уметь читать, не обязательно писать. А насколько эта система информации, не система информации даже, а система образования, она сейчас поддерживает традиции или это совершенно автономная некая система? Не сказал бы, что совершенно автономная. Но, конечно, я думаю, что и так, и так. Мир уже другой. И поддерживает традицию, в какой-то степени автономная. Да. Только что говорили о узких специалистах. То есть, может быть, человек специалист по какой-то области, но не исключено, чтобы он не занимался литературой и на таком плане был очень культурным. Все-таки в рабочей жизни надо владеть какими-то определенными знаниями, навыками, умениями. Безусловно. Если говорить о языковом аспекте, то вы прекрасно говорите по-русски. Спасибо. Это не комплимент, это факт. А как вам удалось изучение русского языка? Я учился русскому языку в школе в Польше, поскольку это был обязательный язык в Польше. Тогда мне было... по-моему, 10 лет, как я стал учиться русскому языку. У меня такой возможности совершенно не было. В моей школе не было возможности выбирать. Была возможность выбирать французский, немецкий, но русского нет. И я потом в университете начал заниматься русским с нуля. И больше заинтересовался языком и культурой. А что самое сложное было в русском языке? Ну, я не знаю о польском, но я думаю, что для нас, финнов, это произношение. Ну, понимаете, Ольга, вот в принципе в обучении, в классе я иногда скажу моим студентам, что когда они говорят, ой, это так сложно, это трудно, я говорю, что это такое выражение, это запрещено, не употребляется. Так что, если мы думаем, что это сложно, это будет сложным. Надо найти какой-то другой выход или подход к этой теме. Любые языки нам просто труднее, в принципе. А нам, польским ученикам, труднее всего был алфавит, конечно. Русский алфавит, потому что буквы другие. Кириллица, да. Потом произношение тоже, потому что вот вы икаете и акаете. Мы это не делаем, это надо выучить, если хорошо хочешь говорить по-русски. Потом вот согласные, что ща и ча всегда мягкие, мы всегда произносим их твердо. Акцент, ударение. Кошмар. Короткий, но коротко.
И это все изменяется. В польском языке ударение на том же и самом слоге, перед последним слоге. Так у нас нам легче. В русском это сложное. Потом, ну, конечно, то, что русский склоняется немножко по-другому. Окончания другие, чем в польском. Так, это, но... хотя языка вроде бы похожи друг на друга, все-таки это сложно. Это как с финским и эстонским. Да. Но думаю, что все-таки, считаю, что все-таки нельзя слишком много обратить внимание на нюансы языка. Самое важное, чтобы человек смело смог себя выражать и чтобы поняли. Среди ваших учеников находятся студенты разных национальностей. Угу. Точно. Какие из ваших учеников и какие языки наиболее сложны к восприятию финского акцента? Кому сложнее всего воспроизвести финскую речь? Азиатам. Именно, да, я согласен. Да, вьетнамцам. Да. Mm. И да, тем, кто говорит на языках Дальнего Востока, японцам, тайландцам, им очень трудно, китайцам. Им очень трудно и выучить произношение, но и грамматику, поскольку эти языки не склоняются совсем. Они как-то говорят и изолирующие языки. А финский, вот... аглютинационный язык, да? И он с окончаниями. Да, и он полон всяких морфемов, всяких окончаний. И это азиатам очень трудно понять, и этим трудно овладеть. Все-таки эти азиаты, они очень трудолюбивые люди. И... Грамматика им поддается? Ну, больше? Ну да. Я слышала про одного ученика, который идеально владел фонетикой, более-менее владел произношением, но совершенно не умел употреблять грамматику. Выживал. Не зная грамматики, не представляю, как это возможно. Да, они упорно повторяют, как дети, как попугаи. Okay. Это очень, очень хорошо, но взрослым это, конечно, не хватает. Взрослым тоже такой анализ, грамматический, лингвистический даже анализ тоже необходимый. Потому что взрослые не станут применять никаких конструкций, языковых конструкций, которых они не понимают. Всегда спрашивают, почему, 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 почему. Вот как отличается, поэтому приобретение чужого иностранного языка у взрослых другое, чем у детей. Дети никогда не спрашивают, почему, почему, почему. Повторяют, повторяют, повторяют. Вот возьмет девочка куклу в руки и говорит, ну-ка, 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 ну-ка. Сотни раз. И... Все-таки это очень, очень важный вопрос, почему. Преподавателю просто надо уметь ответить на этот вопрос. Это все покажет, что человек интересован. Да, это так. Вот немножечко перефразируя Конфуция, хотела сказать, что после 3 лет образования человек должен претендовать на пост начальника. На что претендуют ваши ученики? По завершении курса образования, если, насколько вы поддерживаете контакты, как складываются их судьбы? Профессиональные и личные здесь, в Финляндии. Ну, у меня есть такое общее представление, что относительно хорошо. Ну, они, конечно, когда люди сюда приезжают, они практически в том же положении, как и финские студенты, что они найдут
какую-то кратковременную работу, как упорщик и так далее, как и финские студенты. Но потом, после владения уже языка, ситуация другая совершенно. Настолько здесь мои бывшие студенты работают врачами и других. Да, если они попадут в такую профессию, где работа есть, тогда хорошо. Это вот врачи, есть много медсестер. Среди наших бывших учащихся есть техники, инженеры. Техники, инженеры, да, программисты. Вот компьютерные программисты есть. Но не все попадают на такую работу, которую они могли бы выполнять. Да, ну, получается, что та система образования Финляндии, языковая, которая существует в настоящий момент, можно говорить о том, что она дает людям возможность войти в качестве полноправного члена общества. Я надеюсь. И найти себе место, да, и продолжить свою жизнь, максимально открывая, реализуя себя. А я думаю, что ее все-таки еще надо развивать. Это, конечно. Школа никогда не готова. Нет, это нет. Все время идет какой-то процесс развития. Еще надо развивать. Я думаю, что проблема не настолько в школе, как в обществе. Как этих новых работающих принимают. Принимают в обществе. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и я вынуждена прервать такую интересную беседу. И в завершении нашего разговора хотела бы процитировать Аристотеля, который сказал, что учителя, которым дети обязаны воспитанием, и они почтеннее, чем родители, потому что одни дарят только жизнь, а другие – добрую жизнь. Я очень хотела бы пожелать вам, чтобы ваши ученики всегда это помнили и были вам благодарны за те знания, которые вы им подарили. В нашей студии сегодня были преподаватели Гжегош Кашерацкий и Йорма Каумест. Спасибо вам большое. Спасибо.